Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сказала, что рада встрече с супругами руководителей аккредитованных в нашей стране дипломатических миссий. Hürmətli xanımlar, əziz dostlar, əziz xanım səfirlər. Первый вице-президент Азербайджанской республики Мехрибан Алиева выступила на встрече. Супруга посла Молдовы в Азербайджане Алла Леука отметила, что для нее честь выступить от имени супруг руководителя дипмиссии, представляющих клуб жен послов группы ХОМС, поблагодарила первого вице-президента Мехрибана Алиева за встречу, высокую оценку деятельности группы ХОМС и поздравления с Новруз Байрамы. Она подчеркнула их участие во многих праздничных мероприятиях, отметила, что раздвигая границы, Новруз объединяет людей, напоминает нам о схожести и богатстве разнообразия и укрепляет связи между народами, основанными на уважении, мире и добрососедстве. Алла Леука сказала, что в Азербайджане чувствуют дух Новруза весь год. Подчеркнула, что как члены международного сообщества они всегда чувствуют открытость, дружелюбие и гостеприимство общества страны их пребывания. Азербайджанский народ милосердный и щедрый. Мы счастливы быть в этой прекрасной стране с богатой историей и культурой, глубоко гармоничной, стоящим духом сосуществования и толерантности, динамично развивающейся и с уверенностью смотрящей в будущее, сказала Алла Леука. Она остановилась на реализуемых работах, представляемой ими организацией ХОМС, отметила, что продолжит деятельность в гуманитарной сфере. Алла Леука подчеркнула, что такого рода встречи – еще один путь укрепления связи международной общественности с руководством страны пребывания и ее народом. Она поздравила с Новруз Байрамы и пожелала всем дружбы и благополучной жизни. Сегодня на фоне успешного осуществляемого внешнеполитического курса в нашей стране позиция Азербайджана в системе международных отношений все больше укрепляется. Наша страна во внешней политике опирается на принципы дружбы и взаимного доверия. Поэтому Азербайджан в международном масштабе превратился в один из надежных стратегических партнеров в контексте двусторонних и многосторонних отношений. Динамичное экономическое развитие, демонстрация приверженности Азербайджана нормам международного права в межгосударственных отношениях позволили еще более повысить свою роль в мире. И как результат, Азербайджан стремится сотрудничать с еще большим числом стран. Этот факт еще раз подтверждает число дипломатических миссий, действующих в Азербайджане. В завершении встречи было сделано фото на память.